Ежегодно в тысячах православных храмах по всему миру раздается колокольный звон, возвещая о воскресении Христовом. Для верующих это торжество – символ победы жизни над смертью, начало нового просветленного пути. Православная Пасха – это самый главный день в году, поскольку именно в ней весь смысл христианства. Также на этом празднике основывается и вся православная вера. В этом году празднование Пасхи выпало на 1 мая. В этот день наша съемочная группа побывала в Нетрыбовском сельском поселении. Истинный Бог нас, молитвы пречистой своей Матери, и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Владыка Господи Божий, здесь гители и создатели всех благословен века, и с ними яйца нас возрути, во благости Твоей предопречащайся, и мы не зависимо подать, что того исполнится, и не с благодарной благости Твоей Господи держава, и Твоей царственной силой слава, отдай Сына и Святого Духа, ныне и присно веки веков. Подобное Тельцу, питанное Божьей жизнью повелись, Сыну Твоему заблуждающимся, паки к Тебе возвращающим, да якоже Твое сподобится, Твоей благости, насладитесь освящение и освящение Тебе и благословение насладимся, пищу всех нас, Ты, Боже, истинная пища и податель благих, и Тебе славу славим, чтобы начальством Отцем, пресвятым Богим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Всех, дорогие мои, поздравляю вас с светлым Христовым воскресением, с Пасхой, с радостью духовной. Желаю каждому благословения Господня, чтобы каждого сердца воскресший Христос тронул и сохранил, и каждый принесенный освященные продукты, которые мы сегодня сейчас будем освящать с вами, чтобы у каждого было праздничное настроение, и у каждого было радостное возвестие о том, что Христос воскресе, о том, что сегодня мир, что все вражьи козни были побеждены, и сегодня сказано было во гласительном слове, что «Аде, где твоя жало? Аде, где твоя победа?» Что Христос воскрес и победил все козни лукавые. Вот, сегодня всех я вас поздравляю с этим праздником, светлым Христовым воскресеньем. Желаю каждому вашему сердцу, чтобы вы просветили и притронулись к той любви, которая сегодня совершается и будет совершаться на протяжении всей недели. Сейчас мы будем выходить во двор, там будем освящать все ваши приношения, вот, и всех вас радостно еще раз поздравляю с приветствием. Сегодня мы зачитывали слово святейшего патриарха Кирилла, который говорил о любви к ближнему, о любви той, что не может человек победить грехи, если не возлюбит ближнего, даже врага, как самого себя. Вот, когда человек возлюбит всех, то тогда и можно победить свои грехи, потому что он уже достиг той цели, которая у человека можно достичь. Также мы сегодня вы слышали поздравление нашего владыки Тихона, который тоже вас всех поздравлял с этим Христовым воскресеньем, с праздником, с этим с Пасхой. Вот. В нашем храме на этой неделе будут совершаться божественные литургии воскресенья, в субботу. В пятницу будет совершаться водосвятный молебен через живоносного источника. Господь, еще воскресший Христос, всех вас благословил, даровал счастье, здоровье и спасение, и на всем многое воскрешение. С
Всех храни Господь. Сейчас выходим потихоньку, не толкаясь, на улицу и освящаем Пасху. Воскресенье, 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 воскресенье